так, по легенде учения возник пожар на строящемся объекте саммита АТС, пятизвездочная гостиница. Вот. Задача учения – отработать взаимодействие между подразделениями Федеральной противопожарной службы, Дальневосточной поисково-спасательной службой, Дальневосточного отделения ДВБСУ, это спасательная флотилия наша, то есть чтобы их можно было привлекать при тушении больших пожаров. Отрабатывается взаимодействие вместе с ГИБДД по перекрытию дороги и скорая помощь на случай оказания помощи как участникам тушения, так и пострадавшим. Это объект саммита АТС, строящийся, будущая пятизвездочная гостиница. Вот, высотой 58 метров, то есть это будет объект с массовым пребыванием людей. И он как строящийся объект тоже имеет большое значение, так как недопустимо срыв строительства, какие бы то ни было форс-мажоры. Наша задача не допустить, чтобы сроки сдачи этого объекта из-за пожара были сломаны.